Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре такой вот красивый внедорожник Hyundai Tucson 2018 года выпуска. Оснащен двигателем 2 литра на полном приводе. Коробка у нас механика. У него всего лишь один владелец и хорошее состояние. Салон автомобиля достаточно в неплохом состоянии. Несмотря на его пробег, неплохо следили за ним. Сиденья чистые, опрятные, дверные карты в хорошем состоянии. В передней части автомобиля у нас также все хорошо. Пластик без каких-либо потертостей, все кнопки как новые, чистый аккуратный салон. У нас имеется очень хорошая комплектация, имеется двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений трехступенчатый, далее обогрев рулевого колеса, обогрев заднего стекла, AUX, USB разъем, прикуриватель, розетка 12 вольт. Здесь у нас различные режимы езды: драйв, спорт, эко-режим, помощь при спуске с горы, полный привод, парктроники, круиз-контроль, управление мультимедией с руля, кожаный мультируль, датчик дождя, датчик света, курсовая устойчивость, 4 стеклоподъемника, центральный замок, блокировка стекол, электрозеркала с обогревом, штатная мультимедиа. Как я уже сказал, имеются парктроники задние. Также два комплекта ключей, сигнализация с автозапуском. Сейчас у нас двигатель запущен, работает идеально ровно, бесшумно. Пробег по приборной панели составляет 259 тысяч километров. А если вас заинтересовал этот красивый, семейный, неприхотливый внедорожник, приезжайте к нам в автосалон «Столица». Он находится на Песочной, 48. Записывайтесь на тест-драйв. Всю информацию по автомобилю вы можете найти в объявлении. Также у нас можно приобрести любой другой автомобиль по системе трейд-ин в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.